Мы пришли с мамой на концерт группы «Пикник» в Крокус-Сити. Было часов 8. Мы сели на наши места в самом верхнем ряду. И спустя 5 минут где-то очень издалека началась стрельба. Больше 20 точно я уже видел. Уже на тот момент, когда началась стрельба, именно с этого главного входа. Они там стояли у выхода, мы туда пошли, они нас видели. Кто-то из них обратно забежал и начал стрелять по людям. Там все вот так вот было. Я видел, что в камуфляже с автоматами. И стреляли вот в упор. Люди, кто сидел, кто стоял, они шли и вот стреляли. Мы легли в концертном зале на верхних ярусах на время стрельбы. Как раз она переместилась уже в центр самой концертной площадки внизу. Какое-то время оценивали ситуацию, оставаться там или все-таки бежать. Выбрали ползком выбраться из зала, спуститься в нижние ряды с третьего этажа по эскалатору, несмотря на то, что на втором и первых этажах еще слышали взрывы. Сидел в зале сверху, где балконы были. Вот, услышали выстрелы, сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли, начали расстреливать всех. В самом начале у входа стреляли в спину, резко упали на пол. У нас осколочные ранения. Вот нас, как сказать, мы отделали сверху. Мы добежали до середины и поняли, что снизу тоже стреляют. То есть стреляли сверху и снизу. Бежать было некуда. Ничего не говорили, не объявляли, куда идти, как, не знаю, спасаться, оберегать себя. Мы лежали, просто лежали на полу, ждали. Потом заметили, что люди стали выбегать наверх, и вроде как там можно пройти. Мы просто побежали за всеми, подбежали к эскалатору. Была мысль спрятаться в туалете, но сейчас, глядя на все остальные новости, понятно, что это была не самая лучшая мысль. Мы бежали по эскалатору вниз. И люди уже на середине начали кричать «разворачивайтесь», и все стали бежать обратно. Я упала на пол и сделала вид, что сделала. А девушку рядом со мной убили, наверное. Потом пламя разгорелось, они закрыли дверь, но, наверное, замок не смогли закрыть. Я бежала от двери, дышала. Умудрились сбежать в подсобные помещения. Через по указателям выхода охранник пропустил нас в бойлерную, где содержится вода, либо пожарные резервуары. Там где-то порядка 50 человек. В задымлении находились около 25-30 минут. Спасались гидрантами, которые там работали, мочили одежду, прикладывали к лицу. Садились на пол максимально низко, пытались сломать двери, которые были забаррикадированы с обратной стороны. Ну вот, по прошествии 30 минут одна из групп, мы разделились на два края. Кто-то держал двери, старался не пускать, баррикадировал топорами, гидрантами. Двери держали на случай, если кто-то мог проникнуть в помещение, где мы все находились. Нас повели к выходу, в итоге выход был заперт. Мы бегали по всему Крокус-Сити, пытались найти выход, но было безуспешно. Потом мы заметили, что люди стали как-то вниз уходить, и мы побежали со всеми. По пути мы видели убитую девушку, ее застрелили в голову, и мы прибежали вниз, кто-то разбил окно, возможно, окно было разбито выстрелами, и мужчина стоял, всем помогал выйти, он кричал: «Осторожнее, не поцарапайтесь, не порежьтесь». И вот так мы смогли выбраться на парковку и быстро сели в первую машину, которая стояла, и уехали. Через какое-то время выползла, три, наверное, почти четыре. Выползла, смотрелась везде полдырь, поползла к выходу и поняла, что уже никого нет, и вышла. МЧСники уже взломали дверь, охранник, я так понял, что подозвал всю вторую группу, мы окликнулись, и группы вышли уже. Когда выбегали, лужи крови, полосы крови, на первом этаже как раз я выбегал. Зашли в подвал Крокус-Сити холла и дождались МЧС, и вот вышли. Мы просидели в подвале, наверное, минут 40.
И потом мы вышли, спрятались в пожарной машине, потому что у нас не было верхней одежды. Мы добирались самостоятельно, потому что такси не пускали, естественно. Мы выбежали на МКАД, добрые люди просто подобрали и подвезли нас. Люди на самом деле не толпились, не толкались. Все на самом деле было очень, не знаю, как-то бережно, если так можно сказать.